Вас вітає служба інформації телерадіо компанії «Гомель». У студії працює Маргарита Котова. Глядіть у гэтым выпуску. Шматдетная маці, гаспадыня вёскі і кіраўнік творчага калектыву. Напередадні 8 сакавіка віншаванні прымалі пераможцы абласнога конкурсу «Жанчына года». Школа актыўнага грамадзяніна. У рамках інфармацыйна-адукацыйнага праекта «Гомель» наведаў намеснік міністра па надзвычайных сітуацыях Беларусі. Пейзажы, натюрморты, портреты и картины вядомых мастаков. У Гомеля открылась выстава вышивки рэчыцкага майстра Светланы Бацуновой. А зараз об гэтым и іншым больш падрабязна. У Гомелі назвали прозвище пераможцаў обласного конкурсу «Жанчына года». Организаторы прадугледзілі 7 номинаций, сярод яких «Гаспадыня села», «Паспяховы кіраўнік», «Актыўная жыццёвая позиция», «Матчына слава». С героинями свята сустрэліся наши корреспонденты. Надзея Нікіціна – актрыса Гомельскага дзяржаўнага тэатра «Лялек». 20 гадоў таму закончыла вучылішча імя Сакалоўскага. Тады тут можна было атрымаць прафесію актёра. За 20-годзі сыграла столькі роляў, што адразу узгадаць усе складана. Па вялікім рахунку, перапынкі ў работе рабіла толькі двойчы. 16 гадоў таму, калі нарадзіла сыну Дмітрая і Дзементія. І яшчэ праз 3 гады, калі на свет з'явіліся Эльвіра і Аліса. У тэатры, дарэчы, дзяцей добра ведаюць, яны часта прыходзяць да маці. Быў, праўда, і яшчэ адзін перапынак у работе, але невялікі. У кастрычніку мінулага года Нікіціны прынялі ўдзел у рэспубліканскім конкурсе «Сям'я года», дзе занялі другое месца. Не ў апошнюю чаргу гэты вынік паўплываў на рашэнне прызнаць надзею «Жанчынай года» ў номінацыі «Матчына слава». У журе віднее все сем'і былі очень сильныя, поэтому конкуренція была большая, і мы занятым вторым местам довольны. Мы достойно выступили, нашу область достойно представили. Гэты дзень удзельніцы ўрачыстага прыёму ад імя кіраўніцтва вобласці запомняць, напэўна, на ўсё жыццё. Ветэраны вайны і працы, паспяховыя кіраўнікі рэгіёнаў і асобных прадпрыемстваў. Дзякуючы ім ствараюцца новыя вытворчасці і вырабляецца якасная прадукцыя. Людміла Кашавенка, начальнік вытворчасці кансервавага завода «Ксуб Брылёва». Варэнне тут выраблялі яшчэ ў 1946 годзе, але дзякуючы менавіта гэтай жанчыне у гаспадарцы створана сапраўды сучасная імпартазамяшальная вытворчасць. Кансерваваная і хутка замарожаная, экалагічна чыстая гародніна зараз вядомая не толькі ў Беларусі. Прычым у Брылёва пастаянна распрацоўваюць новыя рэцэптуры, што дазваляе канкурыраваць з замежнымі вытворцамі. Ежегодно делаем новые виды продукции консервной. Вот в этом году разработали 4 новых наименования на базе нашего овощного сырья. Допустим, такой ассортимент, как ассорти Брилевска номер 5, ассорти Брилевска номер 6, а также из быстро замороженных овощей мы выпускаем смеси. Паспяховы кіраўнік. Намінацыя для жанчын, якія не толькі самі дасягнулі прафесійных вышыняў, але і шмат робяць для павышэння дабрабыту іншых. Старшыня мазырскага райвыканкама Алена Паўлечка гэтым патрабаваннем адпавядае ў поўнай меры. У вобласці Мазыршчына ў ліку лепшых практычна па ўсіх пазіцыях. Сёння на Гомельшчыне жанчыну ўзначальваюць 4 раёны і працуюць не горш за калег мужчын. Можа, даже ў каком-то плане і легше, потому что мужчыны не хацяць падвесці жанчыну, ўсё устраняюць аперацыйна и ответственно. Все то, что делается для народа, во благо народа, это вдохновляет и заставляет всегда двигаться вперед. Усяго ў першым абласным конкурсе «Жанчына года» прымалі ўдзел 58 жанчын, а таму зрабіць выбар было непроста. Разам з тым, арганізатары кажуць, што ў наступным годзе гатовыя павелішыць колькасць намінацый. На Гомельшчыне шмат прыгожых, пяшчотных, абаяльных і разам з тым дзелавых і высокапрафесійных жанчын, ад якіх, па вялікім рахунку, залежыць усё. Наполняется наше житё прыгажостью, гармонией, теплынёй и утульностью. Только ваша безмерная вера у нас дает нам силу натхнення на творчасть, подвиги и великие справы. Але докладней, за что сказал про вас французский поэт Шарль Бадлер. Жанчына – это запрошение до счастья. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». У Гомелі выбралі самую прыгожую супрацоўніцу «Мілкавіты». Конкурс «Малошная краса 2020» паставіў сапраўдны клішнік напрыканцы працоўнага тыдня, акунуўшы ўсіх у атмасферу свята, прыгажосці і вясны. Сёлета да ўдзелу ў 10-м юбілейным спаборніцтве запрасілі жанчын з так званым памерам «плюс-сайз». За карону і званне «Малошная краса 2020» змагаліся 12 прыгажунь. Сярод іх эканаміст, якая марыць паяшэраць у рэстаране з зоркамі «Мішлен», бухгалтар, якая плануе пасяліцца на бераз
базе возера, а так само маслороб, контролер-кассир, лаборант, медсестра, вытворца творогу. У всех их, таких разных, объединяет место працы, а так само уполненность у себе и своей прыгажости. Что яны в черговый раз доказали своими яскравыми выходами на подиум. Актерское и хореографичное майстерство, дефиле и умение подать себе. Удельницы рыхтовались до выступления на протягу месяца. У вынику отрымался не просто конкурс прыгажости со звычайными выходами моделей на сцену, а целый срежиссированный концерт, тенават театральное видовище. Девочки здесь все такие замечательные, дружба очень хорошая. Я ехала сюда, переживала, все-таки одна с Хоник, но все замечательно. Первые могучие семены пераможцы и двух вице-мисс журы вызначила уладальниц 9 титулов у самых разных номинациях. От леди креатив до леди популярность. Корону и титул «Молочная краса 2020» завоевала Татьяна Будник-Пилипшанова, медсестра предприемства «Мелковита». Покуль представницы пригожей половы человечества рыхтуются до самого пригожего и галунного вясного свята, мужчины спробуют отказать на вельми непростое пытание, что подарить своим женщинам. Безумовно, самый распаусюженный отказ – кветки. На передании 8 соковика гандлевые кропки пропануть великий выбор букетов и разностайных флористичных композиций. Святошные рынки заявились у кожном районе Гомеля. Тюльпаны, например, можно набыть от 2 рублей за одну кветку. Многие мужчины протягивают отдавать перевагу больш класічнаму варыянту – салідному букету руж. Кошт адной кветкі пачынаецца з 3 рублёў і залежыць ад гатунку. Букеты можна сфарміраваць на любы густ і кашалёк. А чаго на самой справе хочуць жанчыны – гэта няпростае пытанне мы сёння задалі гамельчанкам. Больше всего это бижутерия и цветы, конечно, конфеты. Мне бы хотелось на 8 марта получить цветы, ну и сладости какие-нибудь. А тебе? Мне наушники беспроводные тоже цветы. Один, наверное, из лучших подарков – это путешествие куда-нибудь, в Париж, например. Мне бы очень приятно было получить, так прийти вот с работы, чтобы все чистенько приготовлено, цветочки, вот. Внимание просто и все. Это самый главный подарок – внимание, уважение, не знаю. Может, провести время вместе. Это было бы самый лучший подарок. Хочу, чтобы все женщины были счастливы на 8 марта и чтобы все радовались. Кветки и подарунки для аутоледи. Супрацовники Дзяжа аутоинспекции Гомельской области помешавали с надыходящим святом жанчин-водителей. Традиционную акцию провели на площади Ленина у Гомеле. Никаких проверок документов, только широкие слова веншавания, тюльпаны и корыстные подарунки. Многие женщины на самом деле ведали про акцию. Некто шел на передний анонс, другие бачили минулогодние выники по телевизору. Очень приятно. Первый раз, кстати. Да, ну, первый раз. Да, вчера, кстати, слышала по радио. Обаяльные водители с радостью принимали веншаванне и делились уражениями от акции. И такой незвычайной уваги сбоку супрацовников Дзяжаўтаінспекцыі. Раньше вообще не останавливались, сколько вот езжу первый раз. Спасибо, очень приятно. Радостные впечатления, неожиданные. Какое-то такое напряжение сменилось на просто радость. Появился праздник. До речи, жанчыны – самые дисциплинованные водители. Отповедно статистике, яны амаль не здійсняют порушения на дороге. А виновницами аварии становятся увогуле усяго у нескольких процентах выпадков. Наместник министра по надзвычайных ситуациях Беларуси Александр Худалеев наведал среднюю школу номер 21 города Гомеля у рамках информационно-адукационного проекта «Школа активного громадянина». Об тем, как прошла встреча и что цікавіла навучэнцаў, расскажет Ганна Каральчук. Гутарки дзяцей з вядомымі грамадскімі дзеячамі, палітыкамі і навукоўцамі. Гэта сапраўдная матывацыя, каб добра вучыцца, марыць і дасягаць. Такую магчымасць беларускім школьнікам дае праект «ШАХ» – «Школа актыўнага грамадзяніна». У гэты раз ганаровага гостя, намесніка міністра па надзвычайных сітуацыях Александра Худалеева, сустракалі навучэнцы кадэцкіх класаў 21-й гомельскай школы. У фае яны паказалі, як весела і цікава праходзіць навучанне правілам бяспекі ў іх школе. Для кожнага ўзросту створаны спецыяльныя зоны. Пачатковыя класы навучаюцца з дапамогай гульняў і мазаек. А сярэдняе звяно атрымлівае веды ў старшакласнікаў. Напрыклад, будучыя выпускнікі арганізуюць на перапынках майстар-класы па аказанні першай дапамогі. Для гэтага яны прайшлі курсы падрыхтоўкі ў медыцынскім універсітэце і атрымалі сертыфікаты. Арганізоўваюць какие-то праздники, мы паказваем, как аказваць первую помощь дзецям.
взрослым. У некоторых получается, у некоторых пока нет. Я собираюсь поступать в медицинский, и это всегда пригодится. Мало ли человеку на улице станет плохо, и ты уже сможешь оказать первую помощь. У школе ладят динамичные перемены и занятки по пожарно-воротовальным спорте на уроках физкультуры. Дети выучают правила эвакуации в выпадку пожару, а так само алгоритм корыстания вогнетушителем. После экскурсии Александра Худалеева запросили у актовую залу, где кадеты показали творчую программу. Наместник министра отзначил, что 21-я школа – становчий приклад организации профилактичной работы с детьми. Данная школа – это прекрасный образец того, как можно организовать эту работу для того, чтобы сформировать в целом у наших деток именно и заложить те правила поведения, которые впоследствии обеспечат их безопасность по жизни. И что отрадно отметить, что это впоследствии дает свои плоды и результаты. Я сегодня отмечал, участвуя в заседании исполкома, что Гомельщина, наверное, один из самых благополучных регионов. И это хорошо, из года в год мы добиваемся снижения гибели людей и снижения количества чрезвычайных ситуаций. У свою чергу намісник міністра отказав на питання школьників. Наприклад, дітей цікавило, чому Олександр Худалєєв вирішив зв'язати життя з МНС і як проходило оказання гуманітарної допомоги у Китаї, де він приймав уділ. Ганна Каральчук, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія «Гомель». Карту систематичних несанкціонованих звалок створюють у Гомельській області. Яна стане допомогою у праці екологів. Частіше за все відходи викидують каля водойомів або на пералесках. Покидають сміття і поблизу населених пунктів, а так само гаражних кооперативів. Огляд цих територій і прилеглих до їх місць буде проводитися постійно. Спеціалісти будуть відсочувати ситуацію під час планових об'їздів, а так само з допомогою фотопасток і квадрокоптерів. У якості пілотного проєкт відпрацьовує це Гомельської гараінспекції природних ресурсів і охови навокольного осяроддя. Собрана інформація аналізується сумісно з сільськими советами, керівниками підприємств, а так само насельництвом. У минулом році до адміністраційної відповідальності у галіні охови навокольного осяроддя у регіоні притягнути більше як 1500 правопорушальників. Кожен другий з їх понес покарання за обходження з відходами і організацію несанкціонованих звалок. Имеется достаточно высокая ответственность за создание таких свалок. На юридическое лицо это до 1000 базовых величин, на физических лиц это до 50 базовых величин. Усяго за минулый год у Гомельской области выявили каля 11,5 тысяч порушений природоохранного законодательства. Это практически на 500 больше, чем у 2018-м. При этом, по словам специалистов экологичной службы, притягнение виноватых до отказности не сама мета. Значно важнее спрацовать на попереджение и профилактику порушений, чем компенсировать нанесенную навокольному осяроддю шкоду. Электрификацию участка Жлобин-Калинкович и Барбаро плануется завершить до конца 2021 года. Об этом поведомили у пресс-центра Белорусской чыгунки. Зараз завершаются работы по электрификации участка Жлобин-Светлогорск на Бярэдзіне протяглостью 36 километров. Рух тягников на электричной тязе плануется открыть в этом годе. Агульная протяглость участка Жлобин-Калинкович и Барбаро складает 141 километр. Как отзначили специалисты Белорусской чыгунки, до 2030 года планируется электрифицировать основные участки чыгуначных линий, каб максимально эффективно выкарыстоўваць перавозки грузов и пассажиров. От здоровья кожного до здорового громадства. У Гомеля подвели выники инициативы, реализованные в рамках масштабного проекта международной технической допомоги «Белмед». Ее основная задача – пропаганда здорового ладу життя сярод людей с инвалидностью. Дмитрий Котов с подробязностями. Проект международной технической допомоги «Белмед» различен на 4 года. Полностью завершится на территории нашей страны в червине. У его рамках реализовано 25 инициатив. На выниковой конференции каждый из авторов поделится назапашенным опытом. Порой незначительные суммы приводили просто к прекрасным результатам, которые в принципе могут даже не быть бременем для местных бюджетов и могут быть использованы в любом районе республики. Инициатива «От здоровья кожного до здорового громадства» распошлась в 2018 году. За час проведения у ее было задейничено каля 400 человек. И они стали удельниками сустреч, круглых столов, спартакиад и инклюзивных выстав. Дякуючи реализации проекта набыто спортивное обсталявание для Центра Олимпийского резерва по паралимпийских гульнях и специальный подъемник. А так само оказана допомога по створению безбарьерного осяроддя у территориальном центре социального обслуговывания населения Советского района. И хоть реализация
проекта подышла до завершения, створены добрый зачин на будущее. Многие мероприятия, которые проводились в его рамках, дякуючи поддержке уладов, станут традиционными. Это будет, я думаю, что поддержано и горисполкомом, и поддерживаемо и облсполкомом. И вот именно важность и нужность таких, и даже некоторые мероприятия, такие как рабочие встречи в районах, они вот сейчас уже включены в план Комитета по труду, занятости и социальной защите облсполкома. И такие выезды совместные и органов власти, и общественных объединений будут и в этом году продолжены. Инициатива «Здоровье каждого до здорового громадства» доказала, что люди с инвалидностью здольны заниматься спортом и досягать поспехов, а их запал, энергетика и бодерость духу могут послужить прикладом для каждого. Дмитрий Котов, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». Мастачка са Жлобіна стварае жывыя статуі. Яе мадэлі пакараюць еўрапейскія пляцоўкі і ўдзельнічаюць у тэлевізійных праектах. Ганна Донец працуе ў аўтарскай манеры. На стварэнне аднаго вобраза часам сыходзіць 3 месяцы. Завершае яго, як правіла, спецыяльны макіяж. Свае вобразы жанчына стварае больш за 10 гадоў. І сёння ў яе гардэробнай можна знайсці касцюмы Серафіма, Капялюшніка, Каламбіяны і Вікінгаў. Подробязности у наступном сюжете. Вот звук даже какой идет, он хрустящий. Да, хрустящий, потому что он прошел покрытие, там даже вот рука, чтобы складочки были. Ганна Донец показывает своих любимцев. Гэтыя костюмы яна створила сама. У комплекте со специфичным мейкапом яны перетворают актера в живую бронзовую статую. Спочатку распрацовка эскиза, затем пошук необходной тканины. Часом, каб створить той ці інший образ, приходится уникать у историю и выходить за рамки классичного мастацтва. В процессе работы бывает, образ перетерпевает какие-то трансформации. Может быть, что-то получается, что-то нет. Ты, кажется, вот ты видишь этот образ, но чтобы его воплотить, это надо даже иногда освоить какую-то новую профессию, либо освоить новые материалы какие-то. Здесь идет работа действительно и с проволокой, и с такими мужскими инструментами, как плоскогубцы, там, круглогубцы, да, паяльники. Ганна выросла у семьи творчих людей, тому мастацкие здольности у яе проявились еще в дзяцінстве. Спочатку была соломка, батык, роспіс по дрэве и фарфор. З узростом жанчына пачала працаваць дызайнером и мастаком-оформителем. Так поступова прыйшла и до мастацтва живой скульптуры. Віталь Дзінясюк у ролі мадэлі уже 4 гады, на гэты раз прымеру вобраз капялюшніка. Прызнаецца, што самае цікавае – гэта працаваць на ажыўленых вуліцах горада. Ездили всегда на всякие разные мероприятия, очень нравилось. Особенно очень нравилось наблюдать реакцию людей, которые подходят и смотрят на тебя, и не могут понять, живой ты или все-таки ты какая-то кукла. За 12 годов Ганна створила около 25 костюмов. Первый народился в 2008-м. Это был образ Серафима с библейских сюжетов. Затем появился костюм мастака. Удзельнічаць у фестивалях эти образы протягивают и зараз. Увогуле у портфолио Ганны десятки международных форумов у России, Украине, Бельгии, Китая, Польши и у інших краинах. Яе живые статуи так само неизменные удельники славянского базару. Одной чаяны стали героями телепроекта «Великая розница». И усюды яе працам дают самую высокую оценку. Ганна признается, сакрэт поспеху у тым, что до подрыхтовки костюма яна подыходить, як до створения твора мастацтва. У меня, наверное, нет ни одной целой кастрюли, они много горят, чайники горят, все. Я когда погружаюсь, это уже погружаюсь, да, ныряю, так говорится, в омут с головой, потому что уже ничего не вижу, ничего не слышу, мне ничего не интересует. Интересует только этот образ. Вспоминаю, начинаю думать, а я сегодня чистила зубы, сейчас что, утро? Или вот ближется, завершается день. Потому что действительно отдаешься вот полностью к этому творчеству, и мне нравится. Недавно Ганна отримала запрошение у Нидерланды, где в худким часе представить Беларусь на сусветном чемпионате живых статуй. Евгений Кухаронок при подтримке агентства «Теленовин». У музеї історії города Гомеля открылася выстава вышивки речицкого майстра Святланы Бацуновой. На ёй представлена каля 40 работ, выкананых у розных техніках. Святлана Бацунова народилася у Речицы, по адукации архитектор. 20 гадоў таму пасля выхаду на заслуженный адпачынак захапілася вышивкой крыжиком, гобеленовым швом и роўнядзю. Так само майстер выкарыстовывает шыццё бисера. Займается іншими видами прикладной творчести – макраме, пэтчворк и створением лялек. Тематика и работа разнастайная – пейзажи, натюрморты, портреты и картины вядомых мастаков – да Вінчы, Рафаэля, Ван Гога, Ренуара и інших. На выставе можна убачыць, на кольки бездокорно и тонко выкананы усе работы. Самое, которое я быстренько сделала, это вот девочка в платке.
Сама, я ее сделала, ну, буквально, вот буквально, я сама не знаю, она самая лучшая, говорят тут, и девочка так хорошо получилась. Сейчас я увлеклась блэкворком, вон там две рыбины у меня, петух, и вот это блэкворк, это очень тяжело, здесь никто не вышивает такое дело. В Минске она была у меня, там сфотографировали, даже в журнал какой-то поместили, что это очень, там же нету канвы, это же без канвы вышивается. Светлана Бацунова принимает удел у разных выставах и неодноразово узнагороживалася дипломами республиканских конкурсов. Увайшла в десятку лепших на московском конкурсе «Фантазии, увасобленные у нитках». Амаль увесь цвет беларускага клуба вясёлых і знаходлівых збярэцца на наступным тыдні ў Гомелі. У нас пройдзе гала-канцэрт 17-га адкрытага рэспубліканскага фестывалю каманд КВЗ і Кубак чэмпіёнаў Беларусі. Ва ўнікальным спаборніцтве будуць змагацца чэмпіёны ўсіх ліг КВЗ нашай краіны. Самая вядомая каманда «Доктор Хаус». Поўны гумар увечар пройдзе 10-га сакавіка ў ДК чыгуначнікаў. Пачатак у 7 вечара. Для студэнтаў і навучэнцаў спецыяльная цана білета. Гэты і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы ў эфіры.